Ох, друзья, ну и фронт работы у меня сегодня. Честно сказать, страшно смотреть. Но глаза боятся, а руки будут делать. Фух, друзья, завел брычку свою. В прошлый раз приехал в село и не смог завести. Я ее и разбирал, и почистил, и в карбюратор полез, прочистил. Свеча мокрая, влажная, топливо поступает. А потом что-то мне показалось, что, наверное, свече кирдык. Потому что искру дало и все, а потом как-то не давал. Видите, в каком состоянии свеча уже была моя старая. Это я уже ее отмыл, пытался реанимировать. Первый раз она была, когда только достал, вот такой примерно. Это еще более старая, видите. Такая черная, грязная. Плавали обороты в последний раз, когда я косил. Думал, что за фигня. А в следующий раз приехал, она не завелась. Поменял свечу, взял хорошую. У меня до этого какие-то китайцы стояли там по 60 гривен. В этот раз мне посоветовали, друзья, я взял вот такую вот свечку. Орегон. Ну, пока что завелась с полоборота. Вообще огонь. Буду смотреть, пробовать. Я говорю, что фронт работ, это труба. Гляньте, что творится. Ну, на огороде там просто мрак. Ну что, будем работать. Потом покажу вам результат, что из этого получилось. Ой, ну что, друзья, процесс идет. Еще не выгребал, но уже видно просвет. Розы уже отцвели мамины. Остатки цвели просто бомба. Яблок нападало. Яблочки мои, садно. О, сука, яблок. Не хватает на все времени. Тут уже обработал, буду выгребать. А здесь в том году росли сорняки сумасшедшие. А в этом году какие-то такие цветы. Это как цветочное поле, друзья. Ну, работаем, работаем. Фу, надо за сегодня все-все успеть. Если успею, потом покажу вам результат. Тут помните, что было. По чуть-чуть виднеется просвет. Тут виноградик у меня, вот он. Видите? В общем, все как у людей. Все как у людей. Касать фу-фу работает. Ой. Дай бог, что такое дело в свече было. Яблочки. О, паутинка. Такие дела. Так, ну, первый заход на пол-литра. Хорошо тянет. Думаю, что еще, наверное, пару раз точно надо. Дальше будем выгребать, разгребать. Такие дела. Садок вишневый коло хаты. Хрущи над вишнями гудут. Так, ну, бабочка, бабочка, смотрите. Оп, где она? Вон бабочка, видите? Там огонь. Огонь, ветер поднимается. Работа на початый край. У меня осталось уже всего 4 часа. Но еще надо кучу дел сделать. В общем, ну такое. Небольшой перекур у меня, друзья. Потому что ну, очень жарко. Тяжело. Сейчас хоть ветерок поднялся. Начало продувать, а так жара вообще. Сделал себе 5-минутный отдых. Лежу,
машу ногой, весь в каком-то рэпьяке. Вообще, что это такое? Откуда оно берется? Ну, это все на мне. И в кроссовке нападал. Ой. В общем, вот такая вот минута релакса. А дальше сейчас пойдем опять дорабатывать. О. Перчатка. Все как у людей. Униформа высший класс. Ну, природа, друзья, бомба. Лежишь и прям кайфуешь. Облака плывут. Что-то мне это все песню навеяло. В шумном зале ресторана средь веселья и обмана пристань загулявшего поэта. Там за столиком напротив ты лежишь в полоборота. Вернее, это я лежу, а ты сидишь в полоборота. Вся в лучах ночного света. Так само случилось вдруг, что сорвались слова звук. Закружили голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина. А мне б такую. Да, что там дальше уже не помню. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит. Ах, зачем же в нем тону я? Сколько ж нужно мне вина, чтоб из памяти прогнать и забыть мечту мою шальную. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне б такую. Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает. И та-та-ра-тан, и та-ра-та-та. Вот, друзья, хорошо лежать. С вами отдохнули. Но погнали работать дальше. Тут рискуем вообще не успеть. Да, друзья, не все, конечно, успел. Ввиду ограниченного количества времени и большого количества работы. Но по некоторым фронтам успехи есть. Здесь видите, как было и как стало. Во сколько. Тут у меня, кстати, вон игрушки. Такая красота. Подсыхает. Это тут уже вперемешку. Не все кучи даже успел сносить. Но это дело такое наживное. Поработал, конечно. Вы знаете, хоть и тяжелый физический труд, все-таки приносит удовольствие. Что здесь. И помните, сколько было всего. Вот так стало, все под корень посрезал, ну почти все. Потому что там малина надо вручную, там тоже надо разбираться еще. А так все вручную, все под корень. Тут начал загребать, ну решил пусть подсохнет. Потом, когда высохнет все это, раз-два и готово. В общем, как-то так. Ну и плюс там еще куча проделанной работы по другим фронтам. Тучки заходили, сейчас опять вот солнышко вышло, жара, вы знаете, совершенно иной воздух, совершенно по-другому дышится, очень легко, хорошо. В общем, друзья, как-то так буду выдвигаться в путь, я так задержался, рискую опоздать. Всем привет. Так,
Че, погнали. Всем привет, друзья. У нас уже 23:00. Ага, не стирайте сегодня, я с вами согласен, я тоже уже стираться не буду. В общем, только попал домой, пока то все, еле дополз, принял душ, в общем, немножко ожил. Что у нас, друзья, на данный момент? 11 вечера, была тревога в районе 5, на данный момент спокойно, сейчас нет сообщений ни об активности российской авиации, ни о запуске шахедов и так далее. В общем, пока что есть предпосылки к спокойной ночи. Как оно получится, предугадать все-таки невозможно. У нас поднялся сумасшедший ветер, друзья. Просто труба дует нереально. Но никаких туч нет, предпосылок к дождю нет. Синоптики также на завтра обещают жару. В общем, ветер что-то и принесет, но явно не в ближайшее время. Что еще по новостям вам сказать? Да, в принципе, продолжается цирковое представление. Сегодня задержали того военкома Борисова, скандального одесского. Ну, вернее, задержали его на днях, сегодня суд там проходил. Он начал всем доказывать, что его судить нельзя, потому что у него тромб. Может в любой момент оторваться, и он умрет. И т.д. и т.п. И в Турцию он уже то рассказывал, что таки ездил на отдых с семьей. Это отпуск был. Уже начал бить себя в грудь и говорить, никаких отпусков. Я ездил на лечение. Ну, в это же время вот Зеленского послушал вечером, что рассказывал. Говорит, никому не дадим спуску. Ни судьям, ни военкомам, ни депутатам. То, что сегодня там еще один депутат спалился. Зам чего-то там Верховной Рады по нацбезопасности оказался на каких-то там островах. То ли Карибских, то ли на Мальдивах. Хотя должен был быть в Верховной Раде. А сам улетел отдыхать. Кто его выпустил? Зачем его выпустили? Почему так происходит? Ответа так и не дали. Выгнали его с партии «Слуга народа». Я так понимаю, заставили добровольно сложить мандат Верховного, ну, депутата Верховной Рады. В общем, показали нам представление. Ну, я думаю, что в ближайшие дни где-то его назначат опять. Крутятся они там все, как юла. Ну, то такое, друзья. В общем, такая обстановка немножко в начале вам моей сегодня такой сельской жизни. Конечно, нужно ехать хотя бы на пару дней, в идеале на 3 дня. Я бы там вообще марафет вел, ну что успел, то успел. На следующей недельке еще сгоняю. Времени катастрофически не хватает, но нужно как-то поддерживать порядок. Вообще не хотел сегодня ехать, потому что ночью, ну, сегодня ночью я уснул в 3:30, даже не заводил будильник. Думаю, может пронесет, просплю, скажу. Такая доля, но все воля Божья. А воля Божья в 5:30 как проснулся и понял, что надо ехать. Ну, в принципе, съездил не зря. Труд облагораживает. К вечеру сделал из меня человека. Наверное. В принципе, друзья, такие дела. Попытаюсь уснуть сегодня пораньше. Если все будет по моему плану, завтра будет интересно, наверное, интересное видео с новой локации. Давно там некоторые подписчики просили показать. Я, честно, не знаю, что там показывать, потому что я там не бывал, по сути, сам в тех местах толком. Ну, будем смотреть вместе, как живут люди. Всем добра, всем всего самого хорошего. Берегите себя. Главное, друзья, оставайтесь людьми. Это очень важно. Всем всего самого-самого-самого лучшего.